И всем здравствуйте, сегодня с вами Друманиндрин, и мы продолжаем играть в игру Assassin's Creed, одну из самых популярных игр 2012 года, ну или точнее его конца. Сейчас нам нужно найти последнего рекрута, Патрика какого-то там. Да вот чувака ищем. Новая полежка в костер. Идите. Не понял, к чему они клонят, но, видимо, это союзник ассасинов, раз он какую-то ерунду согнал. Вы забыли, сэр? Я подчиняюсь генералу Брэдли. Кому? Когда не служу вам, конечно. Кому? А нельзя поподробнее? Кто-то... Чё за чувак? Чё за какой генерал? Генерал, что ли, этот, английский какой-нибудь? Возможно, тамплиеровец. Ну, ладно. Давай быстрее шевелись. А, вот он. И предатель. Питкрон выдал. Назовите причину, почему я не должен прикончить вас прямо сейчас. Не знаю. Опа, это кто такой? Чё за чувак? Это поди тот этот Самуэль. Отчитываться. А, нет, или другой. Надеялись, что вас тут не заметят. Если позволите объяснить. Позвольте же вы ему. Да ради бога. Очень интересно послушать. Ну, давай послушаем. В чем твоя вина? Я здесь по приказу полковника Амхерста. Покажите письмо с его печатью. И, быть может, вас не повесят. О, какой-то страшный. Моя служба такова, сэр, что такие вещи не доверяют бумаге. Хейтон. Генерал Брэддок. А, так вот этот генерал Брэддок. Я удивляюсь. Волки часто охотятся стаей. Мистер Питкерн. А, он тоже знает про ассасинов. И вернется в полк, когда мы покончим с нашими делами. Явно весьма темными. Да, мы же ассасины. Мне буквально приказали отпустить Чарльза. Но о нем речи не было. Я его не отдам. Отдадите. Послушайте. Еще как отдадите. Мы закончили. Проводите их. Ну давайте. Чего нас напугали? Да кого мы его убьем запросто? Достали, я хочу убивать. Я хочу массовую резню устроить. Мне это уже все надоело. Я хочу этого массовую я резню. Ведь я когда-то звал его братом. А что такого? Тебе? Если мы вернемся, нас прогонят. Тихо, выкрадем его. И им, к счастью, тоже. Идемте. Не понял, чего он сказал, что он хочет сделать. Что вы задумали? Во-во-во. Выкрасть Питкерна. Я так и подумал. Увидите. Теперь, когда я подам знак, отвлеките солдат Брэддока и заманите их в тупик. А там мы их убьем, что ли, или что? Мы же вроде друзья, типа. Запретная зона. Церковь Христа. Понятно. Пойди на военный суд его повели. Может, Мальборо? Нет. Там довольно жизнью. Алин-стрит и Шип-стрит? Да. У иммигрантов всегда много проблем. Они скорее схватятся за возможность. Руки в Теппенхорнбилл! Рыба сама прыгнет вам в руки! Рыбачите вы в одиночку или с компанией? Сори, собака, я тебе сейчас не могу гладить, у меня важное дело. Давай, шевелись, я хочу их уже убить. Блин, игра скучная. Ну не сама, по крайней мере, игра, ее начало, это уже надоело все, слишком. Дали бы хоть одно здание пробраться куда-нибудь там, убить всех, убить какого-нибудь босса там. Как всегда. А! Блин, 6 секунд осталось, и если мы... Еще раз будем замечены это все. Пятнадцать, 14. Короче, камера всегда должна на них смотреть. Пожалуй, вот так пойдем. Так, вот. Давай, быстрей, быстрей. Давай. Опа, я не знаю, как обновилось время, но нам повезло. Вот так мы менее заметными будем. Там тень чисто вот идет от дома наша. Давай! Надеюсь, что нет.
Так, и чё же у нас там будет? Интересно, что он сделает, чтобы их заманить? Эй! Вы все воры и негодяи! Будь проклята ваша война! Бешеный. Да он грязью или студнем бросился, скорее всего, грязью. Ну и ну. Прикольный чувак, придумал же способ, конечно. Следуйте Ли, нападите за сцену продоль братка. Так. Видимо, завис игры. Ну и ладно. Убьем их. А нет. Вот, я их растолкал. Давай, шевели за нами, Патрик. Да как там тебя, Патрик? О май гад, сейчас вызываю. Оставь его, Эдвард. А, опять. Да, ты. Прикинь. Отпусти нас. О. И Джона Питкерна. Питкерн, вот Джон Питкерн. Я не дам оспаривать мой авторитет. И я. Ух, напугали. Всех. Стой, 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 стой. Давайте. Да блин, я самый медленнее всех убиваю. Дайте дыночка вызвать подкрепление. Да блин! Как я не должен был вам это позволить сделать? Устала уже, вот все достало. Давайте, ну нападайте, ну чё, давай. Сейчас я тебя прирежу, на. Иди, на. Давай. На. Не очень трудно это было убить. Сейчас я его зарублю. Ты был моим братом когда-то, я не подниму на тебя руки. Но если мы встретимся снова, тогда... У нас вообще никаких эмоций нет. Вы свободны. Предатель! Какой я тебе предатель? Ну, ступай! Ищи с ними миражи! Надеюсь, ты вспомнишь меня! Надеюсь, вы неспроста учинили этот бедлам. Да, неспроста. Чего вы хотите от меня? Я все объясню по дороге. Что-то там орёт. Мы так спокойно говорим, он там что-то орёт, надрывается. Солдатики. Пожалуй, с вами развлекусь. Чтобы как-то унять мой гнев за солдат. Давайте. Опа, вот это я понимаю, битвы. Это понимаю, групповое фаталити. Ништяк, они продумали разработчики все. На тебя. Жестко. Я не представляю, что мы потом будем делать в лесах. С этим, с топором, с томагавкой. Скальпы сплошь снимать только и будем. Ужасно. Грязный, мерзкий, проклятый Галнер. Чего? Слуга дьявола, слуга дьявола. Ну, все понятно. Ну, окей. На этом мы тоже закончим часть прохождения. Нормально освободили Патрика на этого, и все. На этом закончим. Увидимся в следующей части. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока.